Контрабандный деликатес. 400 килограммов осетровой рыбы пытались вывезти из Дагестана браконьеры. Однако попытку пресекли пограничники. На трассе Махачкала-Астрахань при досмотре автомобиля «Лада Гранта» было обнаружено 126 экземпляров русского осетра. Ущерб водным биоресурсам России предварительно оценивается в 12 миллионов рублей. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.